Всем привет, ребят, с вами я, Саша, и сегодня мы поиграем в игру Chicken Horror. Вы ее не сможете скачать в Play Market, потому что это моя игра, и она находится в Chicken Gun. Что мы видим? У нас есть кнопка «Играть», а на заднем фоне какой-то петушок с топором на бревне в лесу с костром какой-то. Ну, давайте нажимаем на «Играть», предупреждаю. Вы ее не сможете скачать. Начинаем. Мы просыпаемся в какой-то комнате. Мы берем фонарик, потому что очень темно. И мы решаем обведать, что это за дом. То есть я решаю. Так, о, камеры. Посмотрим. Так, вот он, этот монстр, про которого я говорил. Который у костра сидел. Так, он что-то делает с камерой. Что он делает? Так, он куда-то пошел. Так, на следующую камеру. Так, эта камера не работает. Вот он. Он куда-то пошел на второй этаж ко мне, что ли? А! Господи, он тут? Что он там делает? Надо бы тихонько. А! Смотрится. Оу. Щит. Бежим, бежим, бежим. Он меня заметил. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Фу-фу-фу. Так, надеюсь, он меня тут не найдет. Он тут. Фух. Как же страшно. О, меня заметил. Бежим. Бежим на второй этаж. Сюда, сюда, сюда. В комнату свою. Блин, я с собой забыл фонарик. Блин. Так. Я чуть-чуть подожду времени. И, наверное, пойду снова выходить. Так, надо бы быстренько по камерам смотреть. Так, тут его нет. Вот он. Он куда-то садится. О, он присел. Это мой шанс, он... Просто что-то там сидит. Так, я возьму с собой. Так. О, какой-то вентилятор сломанный. Надо, наверное, его починить. О. Какой-то ящик. Что тут есть? О, ключ. Берем. Все. Так. Вроде на вот этом этаже я все посмотрел. О, какой я красавец. Так, надо быстренько по камерам посмотреть, что он там делает. Так. Он смотрит телевизор. Он даже не боится, что я могу сбежать. А это что за комната? Так. О, чердак. Ну-ка. Вау. Что это? Что в сундуках? Тут нет. И тут нет. Пустые какие-то сундуки. Да и ладно с ними. Ой, я звук издал. Я звук издал. Что же делать? Ай! Ай! Я упал. Ай, нога! А! Нет! А! Блин, уже второй день, надо выбираться. Так, открываем дверь. Чего? Он ее запер. Надо бы звук издать. На. И, ох, как хорошо. Так, было громко. Так, сделаем вид, что я сплю. Так, сейчас он придет, я сделаю вид, что я сплю. О, замком что-то сковрябит. Все, зашел. Так, как он там? Уходит. Он ушел. Так, это хорошо, это мой шанс. Так. Так, о, и лампа как раз.
Пойдемте снова на чердак, но главное не провалиться. Ключ, ключ, где? А, в кармане. Так. Тут какая-то дырень большая. С нее не выбраться. О, а тут что-то досками заколочено. Так. Надо найти топор. Мне надо его как-то сюда привезти, чтобы он мне сломал. Ну как мне это сделать? Даже не знаю. А, придумал, я в него кину вещь, потом возьму его за руку и начал вот, ну, типа, как он будет вот так долбить. Так, где он? Только надо вещь какую-нибудь захватить. О, это что ж, Тарас. Так, так, опа. Где он? Надо быстренько в камеры посмотреть, где он. Вон он. Он на второй этаж как раз идет. Он ко мне идет. На! Я его оглушил. О, надпись. Он оглушен на 15 минут. Вот это надпись сейчас была. Так, тащим его. Вот так. Давай. Какой же он тяжелый-то, а? Ах ты. Засранец-то толстый. Так. Вот так я его. Так. Давай. Давай. Так. Вот так. Все, теперь возьмем его руку. Так, я его руку взял. Теперь долбим. Все, долбим. Так. Теперь его отсюда вот так. Все, он пускай лежит. Так, доски проверим. Все. Все, минус доски. Так, ну теперь надо выбить как-то стену. О-оу. О-о-о. Блин, уже третий день. Надо уже выбираться. А то меня она убьет. Он, то есть. Так. Его тут нет? Нету. Так, ну надо выбить как-то стену. Ой, я же могу его так призвать. Так, спрыгиваем. Так, надо бы сюда спрятаться. Я уже много звука издал. Как... О, все, я влез. Надеюсь, не увидит. Так, где он? Я его пока не вижу. А, вижу, вот он. Смотрит. Ой, как страшно. Он смотрит в мою сторону. Че, он куда вам? Он куда фонарик забрал? Это мой фонарик. Он реально куда-то фонарик мой дел. Так, вроде его нет, можно выходить. Где он? Надо еще вот так проверить. Где он? Так вот он, пошел вниз. Так, ключи у меня до сих пор в кармане. Я не понимаю, куда мне этот ключ использовать? Так, что он тут делает? Он пошел в гараж. Что тут делает? Что-то с велосипедом делает. Так, тут что он делает? Куда-то подошел к шкафу. Потом отошел. Ой, и куда-то присел, наверное. Так. Попробуем спуститься на первый этаж, но это рискованно очень. Вот он. Так, где он?
Он тут. А, он на меня бежит. Блин, неужели я в тупике? Ах ты. Быстрее на второй этаж. В чердак. В коробку. Быстрее в коробку. Фух. Где он? Надеюсь, он ушел. Так. Ну куда же этот ключ использовать? О, старый магнитофон. Так, спрыгнем. Оп. Аккуратно. Я уже, кстати, привык к этим падениям. Где он? Надо лучше посмотреть по камерам. Не надо рисковать. Так, он куда-то пошел. А тут-то что? Он что-то готовит. Надо... Это мой шанс. Ай. Сундук, блин, мешается. Это мой шанс. Аккуратно, пока не видит. Может, сюда ключ подойдет? Подошел. Книги, цветок. Чё? Ну ладно. Возьмем вот эти книги. Может, они будут нужны. Ладно. Теперь быстренько на второй этаж. И вот тут, в своей комнате, надо посмотреть, что это за книги. Так. Книга «Как поймать жертв». Чё? «Как приготовить еду». «Как построить шикарный дом». Вот оно. «Как сломать стену на чердаке». Вот она, эта книга. Я возьму сразу с собой все, а то я могу неправильную взять. Сейчас пойдем на чердак. Ай. Так, смотрим. Вот она. Читаем. Для начала вам надо взять в гараже деревянную штуку. Потом ей постучать по стене. Потом хорошенько врезаться в нее, и она отлетит. Гениально, просто гениально. Ладно, так, надо бы посмотреть, где, кстати, он есть. Так, ну, наверное, вот эта дощечка. А где этот? Вот он. Он на второй этаж пошел. Сюда. Нет, только не сейчас. Только не в мое время. Так. Вот она, дощечка. Ее надо как-то отнести. Я на всякий случай возьму микроновку, чтобы долбнуть ее по башке. Так, вот он. Ах ты! На! Так, снова эта надпись. Отключен на 15 минут. Это хорошо. Так. Ах ты! Ах ты, чё мне мешается? Надо бы его отодвинуть. О, давай. Всё, я его отодвину. Господи, какая-то доска тяжелая. Фух, так, на чердак залезаем теперь. Теперь как там в книге, да убить надо ей. Так. Ты дыщ. Вот так. Так. Вроде подолбил. Эй, куда я бросил? Ладно, я пока что ее брошу вон туда, вниз, на всякий случай. Так, попробуем выбить теперь. На! Ай! И на! На! И на! Ох. Получается! Получилось! Фух! Я выбил стену, как в книге, и теперь... Так, я на улице. Свобода. А как я спрыгну тут же высоко? Блин. А, вспомнил. Там же есть диваны, которые можно... Но они мягкие.
Так, где он? Там надо по камере посмотреть, где он есть. Вот он очнулся. На второй этаж пошел. Ко мне прям пошел. Так, сундук есть. Сейчас надо его еще На! Фига я уже мастер-то какой. Быстрее за... Какой диван подойдет? Вспомнил, у меня же в комнате есть. Вот он. Думаю, он мне подойдет. Так. Фуф. Ну, была не была, я попробую, конечно. Оп, так. Теперь попрыгаем. О, мягкая посадка. Я на улице. Я сбежал. Ура, я сбежал. Так, а где он есть? Фух, надо бежать. Бежим. Было бы хорошо ее угнать в велосипед. Ну, давайте велосипед еще украду у него. Вообще, он разозлится. Ну, сейчас офигеть, что я сбежал. Ну, приветик. Ах ты! Нет! Как это возможно? Уже четвертый день. Надо лампу схватить, потому что уже ночь наступила. С собою. Какая лампа, фонарик? Где он? Так, этот... Он пошел на второй этаж. Так, вот он. Надо его оглушить. Оглушили. Ой, и лампа как раз не перевернулась. Вообще кайф. Так, варим, варим. Ой, мешает. Опа. Микроволновка мешает. Все. Садимся на велик и уезжаем отсюда. У меня охота встретить на реакцию. Сейчас он начнется. Кстати, там была надпись на 15 минут снова оглушен. Я уже слышу шаги. Вот он. Ах ты! Блин! Пока! Все, уезжаем. Ну вот такой был ролик. Мы все-таки смогли сбежать от этого маньяка. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте, ее нет в плеймаркете. Надеюсь, вам понравилась эта игра в Chicken Gun. Но с вами я был Саша. Всем пока-пока.